Че, слышите, какой шум приближается? Что бы это было? Что бы это значило? 8 часов вечера. 8 часов вечера. Наши девушки все еще танцуют, и мальчики. Как я всегда удивлялся, как они умудряются в этой какофонии себя слышать, точнее слышать именно свои колонки, особенно те, которые танцуют с краю. Порядка 10-12 у них забойщиц, и на часик, обычно часов 6-7, присоединяются другие. Здесь что-то пошло не так. Ну и маски, конечно, на лицах вы заметили. Не у всех, но у многих. Старшее поколение отвоевало себе большее количество места. Все, маска, а нет, вон одна есть. Спустила. Жизнь налаживается. По крайней мере, психологически людям стало гораздо легче, они это признают.